Ну где пони? Где его носит? Позвонил в такую погоду. Ага. Вообще капец. Блин. Ребята, ребята! О, бежит. Ребята, ребята! Ребята, ребята! Бонни, зачем ты нас позвал? Ага, Бонни, зачем? Да! Да, Бонни, зачем? Ребята, тут такое случилось. Я там в подъезде стоял, чтобы не намокнуть. Ну? Зачем ты нам позвонил? Можешь сказать, зачем ты всех кошмаров собрал? Потому что вас все боятся! Ну и чё? Зачем позвал-то нас? Здесь творится что-то ужасное! Я договорился встретиться с Рокстер Чикой, а она не пришла! А я здесь нашёл! Чё ты тут нашёл? А чё ты нашёл? Чё ты нашёл-то, Бонни? А вон, посмотрите, за красной машиной! Интересно. Ага, интересно. Да, давайте глянем. Гляньте, ребята. Ну, и чё, нет тут ничего, Бонни? А вот дальше я перепутал. Ну, и чё? Блин, это же Балора. Это Балора. Ну, Балорочку задубасили. Я говорил, а я тут стою, жду, а слышу, кто-то чвакает, плямкает. Я подбегаю, а они такие синие, взяли и убежали. Смотри, Фредди, смотри дальше. Чё такое, ребят? Чё такое? Так, ребята, мне это уже не нравится. Блин, это же Рокстер Бонни. Рокстер Бонечку тоже кто-то грохнул. А кто это делает? Ага, кто это делает? Ладно, ребята, ты не зря нам позвонил, Бонни. Сейчас мы выясним, кто здесь грохает Рокстер-аниматроников. Кто тут? Выходи! Выходи! Так? Да что ж такое? Блин, смотрите, ребята! А кто там? А кто там, Фредди? Это же... Да, Рокстер Фредди и его тоже. Блин, что же делать, ребята? Смотри, Фредди, вон справа! Чё такое? Капец! Рокстер Фокси! Всех рокстеров задубасили! А кто это сделал? Блин! Интересный вопрос! Давайте выясним, ребята! Давайте, Чика, давайте, Бонни, давайте! Давайте полезем наверх, посмотрим с крыши! Точно, спринттрап! Хорошая идея, спринттрапик! Ладно, давайте, я полезу сюда наверх, а вы туда. Нет, давайте все вместе держаться. Ну ладно, давайте тогда все вместе сначала сюда, а потом обратно. Хорошо, Фредди. Давайте, ребят, за мной. Хорошо, Фредди, я тоже лезу. Помогите, спасите. Блин, ребята, вы слышите? Ага, я слышу. Я тоже. Так, быстрее сюда. Все сюда, лезьте, давайте. Я лезу. Кто кричал? Не знаю. А кто там кричал? Давайте, Фокси, давайте, Чика. Я лезу. Блин, спринттрап. Тут нет никого. Давай тогда сюда, к нам лезь. Хорошо, я лезу. Помогите, спасите. Это здесь кричат. Точно, это здесь. Так, тихо, ребята, тихо. Тихо. Ля, смотрите. А кто это? Это они. Эти страшные синие человечки. Блин, а кто это? Там же Рокстер Чика. Спасите, кто-нибудь, помогите. Узала.
архиваги из Playtime. Они пробрались в нашу игру. Капец! Все монстры лезут в нашу игру! Так ладно, ребята, разберемся потом, что это за хаги-ваги. Надо спасать Чику. Предлагаю напасть на них. Иначе они проведут свой ужасный ритуал и сожрут ее. Нет, не надо, чтобы ее сожрали. Я тоже не хочу. Я не хочу. Тогда давайте на раз, два, три нападаем. Хорошо. Раз, два, три. Погнали. Вот вам пхаги, маги, паги. Ура! Аубала! Маубала! Вот тебе хаубала, маубала! Получи! Аубала! Мау! Вот тебе! Выйди сюда! Плейтайм! Аубала! Маубала! Получи, вот вам! Капец! Какие они ужасные зубатые! Получи! Аубала! Вот тебе! Получи! Вот тебе получил! А выйди сюда! Хаги-баги-баги! А ну вот, ябала! Получи! А ну чё ты там колдуешь? Заткнись! А ну, убала! Малубала! Получи! Вот тебе малубала! Вот тебе халубала! Молодец, Бонни! Гаси их! Эти хаги-ваги! Они какие-то странные! Халубала! Вот тебе! Получил! Халубала-малубала! Получи! Вот тебе! А ну лежи, не вставай! Вот страшила! Все! Задубасили эту халубалу-малубалу! Молодцы, молодцы, красавчики! Офигеть! Блин! Вот это страшила! Чика, ты живая? Ой! Что ты? Сознание потеряла! Ну ты живая? Да! Они заклинания говорили! И один сказал, что как только они съедят всех аниматроников, они станут самые сильные! Вот это да! Нифига себе! Только этого нам еще не хватало! Их же тут теперь расплодится, этих хаги-ваги! Ладно, ребята, разберемся еще потом с ними, откуда они взялись. Ребят, если вам понравилось, как аниматроники спасли Rockstar Chico от Хаги-Ваги Playing Time, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите крутой комментарий, обязательно напишите. А с вами был я, Кекс, мы будем всем счастливым, всем пока! Давай!